Вами Мисс Хорс, и вы на моем канале, и сегодня я снимаю вторую часть Back to School. Кто не видел первую часть, тот посмотрите, пролистайте вниз и посмотрите. Обязательно поставьте лайки перед этим видео. Сегодня я снимаю Back to School. Алиса управляет моим Back to School. Давайте начнем. Первое, это будет такой вот маленький рюкзак. Я с ним не очень-то больно хожу в школу, обычно там на отработке. Он будет третьим у нас. Вот это я раньше с ним ходила, он маленький, но больше, чем вот этот. Он будет, давайте, у нас первым. И каким я хожу сейчас, вот таким очень большим, с кошечками. И он очень большой. И давайте спросим у Алисы, что она выберет. Алиса, выбери число от 1 до 3. Выбрала число 3, и поэтому я беру вот эту сумку, она очень маленькая. Я бы хотела вот эту. Или хотя бы вот эту, но вот больше. Это самая маленькая. На самом деле я не буду ходить с этой сумкой, просто сейчас мы кладем вещи, которые выбирает Алиса, потом я все сделаю, как я хочу. Так вот, все, рюкзак есть. Давайте теперь дневники. Это мой новый дневник, а вот это мой прошлогодний дневник, такой неоновый розовый цвет. Что же Алиса выберет? По цифре 1 или 2? Алиса, выбери число от 1 до 2. Выбрала число 60. Алиса, выбери число от 1 до 2. Вы видели сами, она выбрала цифру 2, и я пойду новым дневником. Теперь простые тетради такие, именные. Их всего вроде 14. Да, их 14. Давайте спросим, сколько как бы взять мне тетради от 1 до 14. Алиса, выбери число от 1 до 14. 10-14. Число 13. Класс. Так, я не знаю, какие выбрать. Наверное, она будет тоже выбирать это. Алиса, выбери число от 1 до 14. Так вот, я осталась только одна информатика. А все тетради, которые выбрала Алиса, их всего 13 из 14. И я не знаю, вам рассказывать или показывать. Обычные тетради такие. Вот. Давайте теперь я вам покажу вот эти такие тетради, которые я показывала раньше в Back to School. Хотите посмотреть? Очень интересное видео. И сейчас мы спросим у Алисы, сколько тетради мне взять из вот таких. Алиса, выбери число от 1 до 6. Тетради, потому что 6. Число 1. Мы берем одну тетрадку. Но сейчас все спросим. Выбери число от 1 до 6. Выбрала число. Вот эту с кошечкой тетрадку мы берем. Одну. А остальные мы убираем. Сейчас мы выберем с вами блокнот. Я в прошлом учебном году больше с вот этим блокнотом училась. Больше там писала всякие задания, что нужно. А вот здесь я писала, отвечала на вопросы, верю, не верю. А нет, не верю, было, не было. Здесь мы с подружкой писали. Если вы видели это видео, смотрите еще, если вам понравилось. Алиса, выбери число от 1 до 2. Придется мне с вот этим. Ну ладно, там еще есть место. Давайте положим, что мы уже выбрали. Вначале положим тетрадки. Интересно, что у меня есть тетрадки. Вроде бы все, поместились. Теперь наш блокнотик. И, конечно же, дневничок. Положим. Вроде пока все помещается. Этот пенал мы не выбирали. Вот этот пенал. Не знаю, как он поместится туда вообще. Куда-нибудь вот так засунуть, наверное. Пока что все вроде бы замечательно. Посмотрите-ка. Давайте вот так. Алиса, выбери число от 1 до 3. Теперь давайте пенал. Вначале отсюда. Это будет первый, это второй. Спросим у Алисы, какой же она будет. Алиса, выбери число от 1 до 2. Вот этот. Это у меня прошлогодний, это новый. Берем этот пенальчик с собачками. Какой же выберет Алиса мне клей? Я хочу вот этот. Алиса, выбери число от 1 до 3. Возьмем вот этот. Алиса ничего не повторяет за мной, что я хочу.
находится маска. Выбери число от 1 до 3. Число 1. Ну, в принципе, я вот это хотела, но вот это тоже сойдет. Я не знала. То есть, чем я купила? Но потом нашла вот такую закладку. Алиса, выбери число от 1 до 2. Алиса, выбери число от 1 до 2. Здесь у нас ластики. Число 2. Наконец-то. Теперь точилка. Давайте дальше ставим. Выбери число от 1 до 2. Выбери число 1. Берем эту точилку. Она большая. Я хотела так. Ручечки. Выбери число от 1 до 2. Ой, 3. Число 1. Берем вот это. Карандашки. Алиса, выбери число от 1 до 2. 2. Берем черный. Циркуль. Алиса, выбери число от 1 до 2. 1. Ура, взяли голубой. Там. Мне кажется, пенал сейчас скоро лопнет. В нем очень много вещей и очень крупных. Даже точилку видно, что он крупный.